В истории любого города есть события, которые долгое время остаются неизвестными для местного населения. Об этих секретах знает лишь горстка людей. Не исключением является и Ульяновск с его более чем 300-летней историей. Неизвестные факты, сенсационные находки и неразглашенные истории. Мы расскажем правду. Правду, которая была под грифом «секрет». Наша съемочная группа побывала в тайных некрополях Ульяновска, где находятся массовые захоронения жертв политических репрессий. Нас сопровождали иерей Алексей Шалахов, председатель комиссии по канонизации святых Симбирской епархии, и протоиерей Владимир Дмитриев, настоятель Богоявленского храма в Преслонихе. Его дед тоже попал под кровавую машину террора. Операция по репрессированию бывших кулаков, активных антисоветских элементов и уголовников в Ульяновске началась с августа 1937 года, ровно 80 лет назад. Тогда вышел приказ наркома внутренних дел Союза СССР Николая Ежова, правой руки Сталина. Его текст вошел в книгу памяти жертв политических репрессий, которую издала в 1996 году прокуратура Ульяновской области. Тайный некрополь 37, так называет отец Владимир бывшую южную свалку, или Валежку. Сейчас это территория в конце улицы Кирова, за мостом через железную дорогу, около моторного завода, практически на Волжском склоне, там, где находится дача. Здесь лежит мой дед Иоанн Ахматов, протоиерей. Он был настоятелем Сурска, Семисурска, Промзино бывшее. Ну, до 29-го года, где его первый раз посадили, потом он сидел в куйбышских лагерях полтора года. Потом его выпустили без права жить в Ульяновске. Они скитались по другим областям там с теткой своей, своей младшей дочери Надежды Ивановны. Вот, на работу его нигде не принимали. Он собирал ящики старые, там вынимал гвозди, принимал их и сдавал. Так, ну что, как-то, да, прожить. А потом, в 1936 году, когда он прочитал Сталинскую конституцию, вышла в конце 1936 года, он говорит, бо, значит, свобода вероисповедания, все, едем ближе, значит, к родным местам. Семья Ахматовых приехала в Меликес. Как-то раз, когда отец Иоанн вышел из храма после службы, к нему подошел человек и предложил сотрудничать по так называемому меликесскому делу, стать осведомителем, иными словами, доносить на других. Ахматов отказался, но его все-таки забрали, перевезли в Ульяновск и осудили. 18 февраля 1938 года Ахматова расстреляли. Всего в тайном некрополе 37 покоятся более 1000 человек. Среди них мощи, причисленных к лику святых священномученика Александра Телемакова, пресвитера, и преподномученицы Екатерины Декалиной, монахини. Обвинение гласило: Телемаков, будучи недоволен на существующий советский строй, вел усиленную агитацию за богослужение, а монахиня Екатерина занималась контрреволюционной деятельностью. Ульяновское НКВД до 1943 года размещалось в бывшем доме-особняке купца Сачкова. Сейчас этот дом номер 73 на улице Льва Толстого находится в собственности управления Симбирской митрополии. Вот за этой стеной находится захоронение нескольких, наверное, десятков репрессированных в годы большого террора. Люди расстреливались иногда и хоронились здесь же в саду, хотя большинство расстрелянных вывозились, и они сейчас находятся там, где места массовых захоронений, но тем не менее есть захоронения и здесь. Этот дом еще называют мертвым. Трудно представить себе, как сказал один старый сотрудник госбезопасности, что творилось в обстановке особой секретности. Но есть документ, подтверждающий, что у мертвого дома мертвый двор. Книга памяти жертв политических репрессий хранит документ от 9 мая 1959 года. В нем сказано следующее.
во дворе приводились в исполнение приговора к высшей мере наказания. И здесь же, в разных местах территории двора, часть расстрелянных хранилась. А в конце 1930-х годов в указанном дворе было зарыто несколько автомашин разных вещей, расстрелянных. Также известен факт, когда при копке траншеи под фундамент санпропускника на территории двора были обнаружены два трупа расстрелянных, на черепах которых имелись пулевые пробоины. Но первая волна репрессий прошла гораздо раньше, практически сразу после Октябрьской революции. На 30-е годы пришелся пик беззакония. Жертвами репрессий стали крестьяне, рабочие, а также учителя, врачи, служащие, священнослужители разных конфессий. Об этом свидетельствует книга памяти. Многие из них были расстреляны после 1929 года, когда началась принудительная коллективизация. Согласно архивным документам КГБ, мощи большинства из них покоятся около кладбища в Стрижовом овраге. Оно еще известно как особое больничное, заразное. Сейчас на этом месте нельзя найти внешних признаков того кладбища. На сильно заросшем диким кустарником склоне следы от бульдозеров, которые проводили противооползневые работы, мусор от пикников и могилки домашних животных. На основании секретных материалов были составлены списки тех, кто покоится в этом некрополе 30. Это примерно около 60 человек. Тогда было объявлено, что попы – это союзники кулака. Вот, значит, поэтому были проведены репрессии против духовенства. И вот один из таких вот репрессированных – это священник Александр Гневушев, который служил в селе Бряндино. Он воспротивился снятию колоколов с церкви. Через несколько месяцев его арестовали и обвинили в сопротивлении мероприятиям советской власти. Затем Гневушева вывезли в Ульяновск, где расстреляли и захоронили в Стрижовом овраге. В 2015 году отец Владимир написал книгу «Тайные некрополи Симбирска» в надежде, что на месте расстрелов построят хотя бы часовню, где можно будет служить литургию и поминать наших новомучеников и исповедников. Совсем недавно, после посещения митрополитом Симбирским и Новоспасским Анастасием этих мест, Симбирская епархия выступила с инициативой облагородить территорию, где были совершены массовые расстрелы, и привести в порядок места захоронений верующих, поставить памятные знаки, кресты. На этом месте, недалеко от моторного завода, принято решение построить храм в честь новомучеников и исповедников земли русской. Недалеко от этого места находится массовое захоронение расстрелянных в годы репрессий. Никто не сомневается, что все тщательно замаскированные места тайных захоронений, невинных жертв, разрешенного преступления являются памятниками истории, которые должны охраняться. И мы должны помнить, что каждый обнаруженный в тайных некрополях имеет прежде всего имя человек. И с каждым надо поступить по-человечески.